Центр военно-патриотического воспитания молодежи ведет активную деятельность по развитию движения «Юнармия». В Северной Осетии оно начало набирать обороты с 2016 года. За это время создано более 700 отрядов. Это почти 16 тысяч ребят. Кроме того, Центр военно-патриотического воспитания проводит в образовательных учреждениях лекции, уроки мужества и организовывает тематические выставки. Ежегодно мероприятия охватывают до 80 тысяч подростков. По словам представителей центра, главная цель – развитие патриотизма, воспитание уважения к родине, а также патриотическое воспитание молодежи. Нами проводятся уроки мужества, в ходе которых ребятам рассказывается история России, история Осетии. Каждый день в школах проводятся лекции, либо тематические выставки, где ребят знакомят с нашим передвижным историко-этнографическим музеем. Это один из победителей всероссийского конкурса грантов. Наш сотрудник Эльбрус Техов его уже более 3 лет представляет, и каждый год наша коллекция пополняется. Ребята проявляют большой интерес к этому музею. Всегда бывает очень много вопросов, на которые мы с радостью им отвечаем.